А сейчас к новостям культуры. В Люберцах впервые прошел фестиваль детских хоровых коллективов «Перезвон». Он приурочен главному церковному празднику Светлой Пасхи. На сцене актового зала гимназии номер 44 выступили лучшие коллективы округа, победители муниципальных и областных конкурсов. Впечатлениями поделится Луиза Егеазарян. Душа моя! Благая весть прозвучала в этот день и в стихах, и в песнях. В начале фестиваля хоровые коллективы исполнили главное песенное произведение Пасхи – «Тропарь Христос воскресе из мертвых». Праздник воскресения Христова пусть всех нас вдохновляет на дела добра, любви и милосердия. Всех вас поздравляю с праздником Светлой Пасхи. Христос воскресе! Воистину Христос воскрес! По итогам муниципального конкурса, который проходил в марте этого года, 7 хоровых коллективов стали победителями, а 2 из них удостоились призовых мест на областном этапе. По инициативе сотрудников Дворца детского и юношеского творчества ребята еще раз показали свои умения на первом окружном фестивале. Проходит он в рамках нашего пасхального фестиваля, который традиционно уже 3 года подряд проводит Дворец детского и юношеского творчества. И в рамках этого пасхального фестиваля проводится мастер-класс для обучающихся, проводится конкурс «Пасхальное яйцо», это изобразительное декоративно-прикладного творчества и благотворительная акция «Коробка храбрости». Присоединиться к благотворительной акции могут все желающие. Для этого необходимо принести во Дворец детского юношеского творчества мягкие игрушки. Они будут переданы детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Луиза Егеазарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.